9 июня 2024 год. Я на Ули поставил на верхние литки пыльцесборники, а на нижние разделительные решетки, что при роине матка не вышла. И вот 10 июля роинулся, матка не вышла, видимо, и пчелы перелетают в 15 июля. Первый раз у меня такое наблюдение. Пчелы роинулись из этого улья и перелетели вот сюда. Ну, роек небольшой, может быть, полкилограмма. Так бывает. Ну, все. Переселение завершили. Сидят вон, вентилируют крылышками. Спрашиваются в новый дом. Не видел такого раньше. Не видел. Здесь успокоились. Переселились. Сегодня вечером из этого улья все маточники удалю. И дам им неплодную матку. Увижу старую. Сделаю отводочек.